Поехали. Еще несколько часов назад сотрудник Мособлэнерго, а сейчас уже Дед Мороз. Добрым волшебником Александр Балахонцев решил стать по велению сердца. Воспитанникам Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной дарит праздник не первый год. У нас даже, знаете, вот сегодня, к сожалению, заболела девочка, которую он уже 7 лет берет на руки. Юля Гарайшина, которая первый раз пришла в первый класс и увидела такого замечательного Деда Мороза. У нее был для нее, это было какое-то потрясение. К встрече с зимним волшебником ученики начальной школы готовились долго. Разучивали сценки, репетировали танцы, чтобы обязательно удивить долгожданного гостя. И видеть вот эти радостные лица, это для меня очень прям самое приятное. Это самый лучший подарок на мой день рождения. К Деду Морозу выстроилась очередь. Каждый успел рассказать стихотворение. Ребята погрузились в мир чудес и приключений. Новогодние конкурсы, квесты и, конечно же, хороводы. Программа праздника была насыщенной. Первые желания уже исполнились, подарки получили все. Впереди у ребят долгожданный отдых, новогодние каникулы. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».